Чтобы дойти до победного финиша, в финале сборной Архангельской области пришлось обыграть соперников, а это 7 команд. Новое поколение Пенза, сборная Ставрополя, Ростова-на-Дону, экскурсия по городу Новосибирска, сборная Оренбургской губернии и клуб литераторов Республики Башкортостан. Команды соревновались в 3 конкурсах – приветствие, разминка и фристайл. Как обычно, шутили и смеялись над мелочами жизни и глобальными проблемами. Архангельские поморы перешутили всех соперников. Потому что фьючерсы на нефть подорожали. Госдолг Америки растет, поэтому бивалютная корзина повысится. Вы это вообще к чему? Помогите найти пульт от телевизора. Вот здесь уже этот РБК. Да, Галина Егоровна, давайте ближе к делу уже, а? Хорошо. К нам в подъезд скоро приедет Владимир Путин. Угу. Что вы взяли? Там ремонт затеяли. А, так это еще не факт, что Путин. Там может мэр или губернатор? Нет. Они сами ремонт и делают. Так, Галина Григорьевна! На этом игры сезона 2013 года Краснодарской лиги КВН закончились. Впереди подготовка к новому сезону 2014 года. Лариса Басова, Вадим Родин, Анапрегион.